воду как набираем. Это воду так добываем. Игорь Владимирович Добунов приезжает, Сергей Павлович. Ну и тут я, инвалид третьей группы. Смешно даже. Все. Поднимай. Во. Колодец, знаешь? Леженькая. Сережа, не лей на пол, ты зачем это ты нужно? Что делаешь-то там? Иди сюда. А то она упала, грязная. Я не пойму, а что ты льешь-то? Зачем? Она упала, в песке была. А-а-а, вот видишь как. Так, мы сейчас пока сюда. Надо ехать отдавать диск. Диск отдавать надо срочно. Да я уже отдал. А где он? Где он? Вон он, под матрасом. Вчера-то он уехал, я его поискал, нету, уехал. Я вам звонил вчера, подъехал, как поплавал. Да, а да. Вы не отвечаете никто. Никто не отвечает. И Любовь Николаевна, не вы где вы? До нее звонок не попадает, а мне можешь не звонить. Я сижу рядом, в кармане не слышу. А, вот что, ух ты. Да. Да. Сережа, надувай ее, дунь туда, чтобы она расправилась. Во. А так она может просто сломаться. А где Любовь Николаевна-то? Главное помочь. Ну, я сказал, чтобы никогда не подходила, когда мужики работают. Ага, ну ладно. А то есть такие, которые приходят и готовы за колеса хвататься. Ну, еще надо, она скажет. Идти никуда не надо. Дунь, дунь, дунь. Все. Просто и понятно, и дешево. Вот. Ты так дунешь, что у нее там задняя часть вылетит. У пловцов у них особенно развиты легкие. Ну да, да. Главное, везде вдыхать надо носом, а выдыхать ртом. А пловцам ртом можно выдыхать и выдыхать, потому что... И носом, и ртом? Да, да. Самое чистое место. Надышишься, особенно когда правильно плаваешь. Я знаю эти правила все на море, а на реке вот так никогда не приходилось. На море... Что ты? Ладно, ничего. На море... На море, видишь, как ты смотришь, от горизонта до горизонта нигде ничего нет ровно. Как пустыня, да? Да, солнце только показывается. Вот мне Бог, я человек степной. А у нас был Задорнов, начальник каравана кораблей. И вот когда лед только начинает, первое в тихую погоду схватывает, а ты идешь, за тобой видно, как корабль шел. А я когда стою за штурвалом, он еще не поднялся. Я говорю, знаю, Лапкин стоит. У меня как бритва отрезанная. Корабль надо чувствовать, не когда он поворачивается, а когда он не поворачивается. Да, 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 я понял. Ну, тормозной путь, больше километра. Это когда вот на лодочке плывешь. О.
А вот, вот то же самое, тоже надо. А вот когда в канал входишь, иностранные корабли стоят, в это время ты не мое дежурство, нет, меня сразу за штурвал. Вот интересно как. Так, вода разлилась откуда-то. И главное такое чувство, в городе идешь, по стенам, кажется, давит тебя, дышать нечем. Да что ты будешь делать-то? Стой ты, не падай. Как, Ванька, встань-ка. Так, сколько же штук-то тут у нас? Надо посчитать. Больше не поедем? Нет, мы сейчас надо срочно отвозить. Нет, я спросил только. Надо срочно отвезти. Я тоже маленько занят. А потом приедем. Сережа, не забывай взять диск. Его держи так, рукой прижми. Это архив. То есть не так, что я не заметил, выпало. Это совершенно не годится. Да он сейчас машину положит и все там в багажник. В карман внутренний застегни. Надо банок посчитать сколько и умножить на 5. Да. Да. Ну хватит. Порвешь, да? Выдавишь дно или разорвется она. Так, еще одну, да? Это у Ютуба Колоса. И он говорит, дьякон вышел, говорит, тогда выбирали для лучшего дьякона-то. И начал, говорит там, Господи, как будто шмель весной в дупле. А закончил таким ревом, говорит, что казалось, у него или пуп оторвется, или сделает то, чего в храме делать нельзя. Что уж такое-то мне написано. А тут ролик вышел, говорит, что сделать, чтобы не пукать. Так и называется. Да. Какие массажи надо, когда они перерабатываются-то? Ну ты пока будешь делать, все равно, наверное, испортишь воздух. Но главное, у немцев это не считается за невежество. Нет, у них нормально. Ну и правильно. А вот плеваться нельзя, у нас харканет прямо с соплями. Это вообще. Вот идешь по Литовской улице, а там написано Шиукшремс. Маленькие такие приклеенные. Ну они не приклеены, а приверщенные. Плевательница называется Шиукшремс. Это с каждой банкой свое, а? Ну гляди, вот чистенькое все. Ты что прям на это ставишь-то, прям грязное, песочное? Ну если попросил вот сюда вот все сделать, что ты туда понаваливал-то все это? Так, не вздумай что-то отвечать, на этом и заглохнет все. На этот... Заняться тебе нечем просто и все. Там протекает, вон внизу видно, что натекло. Да что протекло? Он на мою кофту вон все понаставил. О, да того стоит. На него стряхни пыль-то, все. Да вот стряхнул. А ты дыши, как будто куда? Не ты это. Куда? Ну что, под дурачка-то идет? А то сделай то, чего делать в храме нельзя. А первый мой вариант, говорит, или пуп оторвется. Это у Николая Семеновича Лескова описано, как они выбирали лучшего диакона с окрестностей со всех. Так, вот у которых нету, это я приделать должен. Их отдельно вытащи, чтобы они с краю стояли. Которые без этой. Там, которые есть, вытащи их с самого краю. Ну, у которых дужки нету. Прям вдоль края. Я приду и сделаю я сегодня. Я вот поставлю. Ага, поставлю. Хорошо. Так, теперь вот это туда сгружай. А, еще не все. Ну давай. Вот когда вся вода превратится в кровь, как в Библии написано, вот горе-то будет где. Ну может быть действительно верующие будут копать колодец для себя, и там не будет крови. И к ним все будут ходить. От моря до моря как будут искать Слово Божие, и не найдут. Да. А вот этот...
плинт-то хорошо забитый, посмотри. Не протекает под него вода? Нет, не видно. Ну, немножко может что-то есть. Сейчас набухнет. У меня в замок вот вода набежала. Вот это плохо. Ну все, Сергей Павлович, на этом конец. Рассохнет. Я просчитал, как Ландау умирал. Лев Давыдович. Попал в аварию его. Шофер его не справился с управлением. Заснул, наверное. Ну, как и, у этого? И Королев. 59 лет. Болезнь такая незначительная. А я посмотрел, у меня такая же. И там лучшие профессоров собрали, что сделать. А получилось, что помер. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Не просто так. Да. Сколько штук? Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, двадцать чем-то, да? 28 где-то. Сколько? 28, около 30. 28? Да. 5,8, 40, 5, да. Так это что? 5 литров. Где диск-то? 5 у 2, 10. Это уже 100. 8. Так, верхнюю часть подними только. Верхнюю. Все. Скажи, что в субботу, если благополучно, я уезжаю. Так что тут будет. Я этот аппарат принес, тебе туда поставил, зарядил. Ну все, с Богом. Давайте. С Богом. С Богом. С Богом везде хорошо. Это точно. Вот так. С Богом, с Богом. С Богом. Все, храни Господь. Спасибо, Христос. Давайте. Буду закрывать ворота. Видишь, как быстро все. Одному как, ничего бы не сделал. Ай. Мы сейчас еще приедем через время. Заберем и еще заберем раз. Так, еще один раз, да? Да. Ну давайте. Сейчас мы главное нам отдать. Ну я ворота прикрою. Да, прикрывайте.